ребята, меня зовут Ирина Ясинская, и вы на канале Королева Мистики. Со мной, конечно, моя собака Лаки, и сегодня мы будем вызывать духа Хаги-Ваги. В предыдущем видео мы вызывали дух Кисси-Мисси, вот этой розовой его подружки, и это видео вам очень сильно понравилось, ребята, поэтому сегодня я вызову дух настоящего Хаги-Ваги, и, возможно, он реально придет сюда, в мой дом из дерева. Кстати говоря, вы видите, что я снимаю видео все чаще и чаще из дома на дереве, который раньше был дом из дерева на дереве. Слишком много я говорю слово дерево, ну да ладно, ребята. В общем, он у нас перевернулся, и никак мы его не можем отремонтировать. Если вы хотите вернуть наш дом на дереве в состояние идеального, где очень много проклятых и мистических вещей, ставьте лайк, и, конечно же, ребята, не забудьте включить VPN. Я вас очень прошу, включить VPN, потому что иначе я не смогу снимать так часто для вас ваши любимые видео. Поэтому включаем VPN, я всех жду. Возвращаемся на мой видосик и смотрим его. Обязательно оставляем комментарии, потому что самые топовые комменты обязательно попадают в мой видосик. Как эти три самых топовых комментария, да, с Лаки, мы сейчас их озвучим. Давай, Лакуся, первый комментарий. Второй комментарий, третий комментарий. Ну, в общем, ребята, вроде бы я все сказала. Теперь подружку Хаги-Ваги, Кисси-Мисси, мы оставляем здесь. Кстати говоря, она реально проклятая. В ее животе находятся какие-то вудо-атрибуты, которые помогают оживать этой игрушке. И я думаю, что скоро мы разрежем Кисси-Мисси и узнаем, что же за мистическая там атрибутика находится внутри Кисси-Мисси. А сейчас мы вернемся к Хаги-Ваги. И смотрите, кстати говоря, Хаги-Ваги у нас необычный. Дело в том, что кто-то оторвал ему одну из лап. И я думаю, что это неспроста, потому что кто-то хотел добраться до внутренности Хаги-Ваги. Что-то внутри него тоже какие-то проклятые вещи, потому что это Хаги-Ваги, кукла Вуду, заказанная, ребята, на черном рынке, так как Даркнет для России закрыт. Мы покупаем проклятые игрушки на черном рынке здесь у нас в России. И он, в принципе, очень прикольно. Если хотите, я вам как-нибудь покажу этот сайт. Так, ну а мы приступаем к вызову духов. Здесь у нас доска для вызова духов. Сейчас я сяду поудобнее. Наша любимая проклятая доска для вызова духов. Итак, друзья, вместо планшетки у меня такой железный магический крест. В принципе, можно чем угодно, можно даже руками сделать. Вот так планшетку я в одном видео видела. И руками водить, потому что то, что захочет сказать призрак... Погоди, колючка. А... колючка от злых духов. В общем, слишком долго я рассказываю. Давайте приступим к вызову духов. Уже к вызову духу Хаги-Ваги Экзе. В доме из дерева. 24 часа с моей собакой Лаки. Лаки, ты где? Слушайте, Лаки, походу, не хочет вызвать духа Хаги-Ваги, но я думаю, что она к нам присоединится, потому что в любом случае после вызова духов этот монстр придет. Погнали, ребята. Сейчас ваша помощь мне нужна с той стороны экрана. Обязательно повторяйте со мной эти слова, чтобы магия была сильной и она подействовала. Хаги-Ваги Экзе, приди. Хаги-Ваги Экзе, приди. Хаги-Ваги Экзе, приди. Я призываю Хаги-Ваги, ответь, ты здесь? Я призываю Хаги-Ваги Экзе, ответь, ты здесь. Я призываю Хаги-Ваги Экзе, ты здесь. Черт! Куда он делся? Проклятая игрушка Хаги-Ваги исчезла. Блин. Так, что-то уже началось. Хаги-Ваги, это ты забрал куклу Вуду на тебя. Смотри, 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 двигается крест. Двигается, я почти его не касаюсь, смотри. Да. Он забрал проклятую игрушку Хаги-Ваги. Зачем? Смотри, что-то пишет. Что он пишет? О. Оба. Обряд. Наверное, обряд. Точно. Обряд. Обряд. Он хочет провести какой-то обряд с куклой Вуду. А что за обряд, ты мне скажешь? Нет. Что это? Так, ладно. Я отпускаю руки. Нам нужно не допустить этот обряд.
Что задумал дух Хаги-Ваги? Во-первых, я хочу его найти. Я хочу найти Хаги-Ваги, увидеть его. Во-вторых, я хочу вернуть свою куклу Вуду, потому что она стоит 2000 долларов, ребята, а это около 140 тысяч рублей. Я должна отыскать эту проклятую игрушку, чтобы не допустить обряда, который хочет сделать дух Хаги-Ваги. Слышишь этот звук, Дим? Какой-то странный звук. Черт, черт. Что с камерой, Дим? Что с камерой, черт? Она что? Что, она сломалась, что ли? Блин, давай, чини ее. Что, Ирина? Дим, скорее! Черт, помоги, отсыпай Хаги-Ваги! Отсыпай Хаги-Ваги! Получается! Черт, выкидывай его! Выкидывай! Бедный гусь! Черт, его сожрал Хаги-Ваги! Смотри, он опять кровь. Сбежал! Погляди! Откуда ты тут, маленький, бедненький? Смотри, он весь в крови и лаке! Где ты была? Хаги-Ваги напал на гуся! Малыш маленький! Черт, где Хаги-Ваги? Ребята, жесть! Походу, для обряда Хаги-Ваги нужна не только кукла Вуду. Он, походу, в нее вселился и обидел маленького гуся. Посмотрите, он то ли его ел, то ли хотел клок у него выдернуть. Малыш, не бойся. Слушай, нам необходимо срочно найти Хаги-Ваги. Маленький, ты в порядке? Да, я его осмотрю. Дим, Лаки, смотри, все ли нормально. Вроде ничего не покалечено. Слушай, немножко крови, но такого открытого кровотечения нет. Мой хороший, все нормально. Слушай, теперь он будет жить у нас, ребята. А вы скажите, как нам назвать этого гуся? Напишите в комментариях. Маленький, он хотел тебя обидеть, да? Хаги-Ваги хотел обидеть гуся. Нам необходимо срочно найти его. Блин, нужно сначала отнести гуся в безопасное место, Дим. Нужен какой-то ему домик. Я не знаю, он дикий. Как он здесь вообще оказался? Откуда его принесли? Блин, маленький испугался Хаги-Ваги. Черт, здесь опасно в этом лесу находиться. Нам нужно срочно найти проклятую игрушку, чтобы она еще на кого-нибудь не напала. Лаки, ищи. Лаки, иди ко мне. Лаки, ищи Хаги-Ваги. Лаки, ищи. Лаки, где Хаги-Ваги? Ищи. Черт. Блин. Что-то у нас ничего не получается. Короче, ребята, нам нужно сейчас провести обряд. Я должна отправиться в потусторонний мир, чтобы там... почувствовать, где находится Хаги-Ваги. Обряд очень опасный. Есть вероятность того, что Хаги-Ваги, пока я перехожу в этот обряд, сможет вселиться в меня. Но мы должны рисковать, чтобы спасти свои жизни. Ведь Хаги-Ваги может напасть не только на бедного гуся, слава богу, что мы его вовремя спасли, но и на человека. В общем, я иду за атрибутикой вместе с Димой, чтобы провести этот обряд в лесу. Скоро увидимся. Так, ребята, в общем, для того, чтобы нам поймать Хаги-Ваги игрушку, я решила отправиться в потусторонний мир и взять с собой его подружку Киси-Миси. Я думаю, что там она будет для него как приманкой, и он обязательно придет. Лаки, собаки все, в принципе, животные. Они, как вы знаете, они видят не только то, что творится в настоящем, но они чуют и потустороннюю энергию. И тогда... Черт! Я чувствую, что меня кто-то здесь толкает. Что происходит? Я чувствую, что они следят за нами. Так, нам нужно скорее все это заканчивать. Что ты будешь делать? Они как будто толкают меня. Это невозможно просто. Так, Дим, скорее давай вот к этому дубу. Все, давай прямо здесь, где мы нашли этого бедного гуся. Так, Киси-Миси, ты отправишься со мной. Лаки, охраняй. Так, обряд. Потусторонний мир, двери мне открой. Потусторонний мир, пусти меня. Потусторонний мир, двери мне открой. Потусторонний мир, пусти меня. Потусторонний мир, двери мне открой. Потусторонний мир, пусти меня. Потусторонний мир, двери мне открой. Потусторонний мир, пусти меня. Потусторонний мир, впусти меня. Потусторонний мир, впусти меня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь,
8, 9, 10. Ирина, Ирина, что происходит? Лаки, что происходит? Ирина, Ирина, очнись. Лаки. Ирина ушла в астрал. Где ты, Хаги-Ваги? А? Где ты, Хаги-Ваги? 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 Ирина, Ирина, Ирина! Где Хаги-Ваги? Ирина, Ирина, очнись! Кисси-Мисси овладела мной! Пробралась! Пробралась! Что случилось? Кисси-Мисси напала на меня. А я все еще в потустороннем мире. Я все еще не вижу Хаги-Ваги. Лаки, иди сюда ко мне. Лаки, слушай меня, слушай. Слушай, нам нужно найти Хаги-Ваги. Нам нужно найти Хаги-Ваги, девочка. Найти Хаги-Ваги, слышишь меня? Помоги мне. Помоги, Лаки. А моя собака Лаки, найди мне Хаги-Ваги. Найди мне Хаги-Ваги, слышишь? Ищи, ищи. Лаки, ищи. Ищи. Она нашла Хаги-Ваги. Она нашла Хаги-Ваги. Лаки, неси ее сюда. Неси его ко мне, Лаки. Лаки, неси Хаги-Ваги. Давай сюда. Умница. Молодец. Ты нашла его. Помощница моя. Теперь нам нужно спешить и завершить обряд. Фу, фу. Хорошо, хорошо. Фу, фу, фу. Все, Лаки, фу. Скорее, скорее к доске. Фу, сейчас мы избавимся от них. Сейчас мы избавимся от них. Все. Потусторонний мир, закрой двери. Потусторонний мир, закрой все двери. Потусторонний мир, закрой все двери. Хаги-Ваги, убирайся в свой проклятый мир. Хаги-Ваги, убирайся в свой проклятый мир. Хаги-Ваги, убирайся в свой проклятый мир. Прощай. Как ты думаешь, все нормально? Как ты думаешь, он умер? Черт, Дима! Дима! Что происходит, Дима? Нет. Дима, черт! Хаги-Ваги напал на Диму! Дима, черт! Дима! Лаки, спасай его! Дима! Дима! Нет! Нет, отдай его! Отдай его! Отдай! Черт! Что же с ней сделать, Лаки? Лаки! Я не смогла, Дима! Лаки! Она утащила Хаги-Ваги! Дима! Скорее, помоги! Хаги-Ваги! Лаки, отдай его! Отдай! Лаки, отдай Хаги-Ваги! Она, наверное, знает, что делать с Хаги-Ваги! Она хочет что-то показать! Возможно, нужно в другом месте! Давай, бежим за Лаки! Бежим за ней! Она что-то хочет показать! Хаги-Ваги, скорей! Смотри, она показывает что-то! Что нужно делать, Лаки? Что нужно сделать с Хаги-Ваги? Отдает, она мечется. Что? Отдай. Отдай, Лаки. Лаки, скажи. Скажи, что нужно сделать. Я сделаю. Нужно разорвать его. Ты хочешь разорвать Хаги-Ваги? Давай разорвем его. Давай. Давай. Потусторонний мир, закройся. Потусторонний мир, закройся. Давай, Лаки. Давай, тяни. Тяни, девочка. Тяни. Уничтожим его. Тяни, Лаки! Черт! Тяни! Еще! 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 Давай! Почти у нас получилось! Лаки! У нас почти получилось! Да! Черт! Все! Все, она его съела! Все! Мы уничтожили Хаги-Ваги, ребята! С вами была Королева Мистики! Лайк! И всем пока!